потому что это похоже на наш Новый год. Мы начинаем чуть раньше праздновать Новый год, чем все остальные. Маскарад. Нужно подобрать и смешно посмотреть, кто во что одет. С приближением зимы каждому хочется испытать присутствие сказки и волшебства в жизни. Чтобы скрасить прошедшие длинные выходные, компания Уфанет устроила настоящий осенний карнавал, но совместив его с зимней забавой. С катком. Мы же компания такая, которая любим организовывать разные праздники и дарить людям в целом вот это вот ощущение общей какой-то атмосферы. Все маскарад на коньках с Уфанет. Ребята приходят в костюмах, предварительно зарегистрировавшись, и получают возможность бесплатно покататься на коньках. Это все существует для того, чтобы создать классное событие у нас в Меге. Тем более сейчас каникулы, последние дни. И вместе с компанией Уфанет мы решили организовать вот такую вот добрую классную акцию «Приди в костюме и покатайся бесплатно». Часто к маскараду на коньках вместе с детьми присоединялись и родители. Поэтому в толпе катающихся порой можно было заметить целые семьи в парных костюмах. Я добрая ведьмочка и мои деточки. Ты у нас кто, Софья? Тоже ведьма. У меня образ сладкоежки. Ну, хочу быть бабьягой сегодня. Раз в году можно побыть и бабьягой. У меня Wednesday. Это из фильма. Действительно, мы мама-дочь, мы к этому готовились тщательно. Это прекрасный праздник, ребенок это тоже запомнит. Это костюм принцессы Лол. Мы сначала пошли с папой, купили тарелку с тыквой, потом раскрасила, мы потом приклеили и сделали вот такую вот корзинку. Дополнением к каждому костюму стала тематическая фотозона от Уфанет. Гости смогли сделать яркие снимки, а также поучаствовать в моментальных розыгрышах с памятными призами на месте. Это добавило еще больше веселья и праздничного настроения для всех участников. Наша обычная жизнь состоит из рутины, а здесь мы сами себе организуем прекрасный праздник. Неважно, какой повод, главное – эмоции. Мне нравится, потому что это не очень банально. Все выглядят как-то, ну, как бы по-современному, у каждого свой характер. Иногда охота, помимо Нового года, что-то такое. Как-то отвлечься от жизненной суеты, что-то такое праздничное привнести в свою жизнь.